Могу в этом контексте просто процитировать Тимофея Милованова, который тоже ассоциируется. Ты видел его? А, да. Вікторія Спарц – неетичне, політичне чудовисько, яке використовує Україну заради своїх політичних цілей, при цьому шкодить Україні, просуваючи російські ідеї про корупцію, невідомо куди зникаючи зброю, відсутність нагляду за допомогою. Тандрадан – Вікторія – брехлива, цинічна, політична тварина, яка використає Україну заради хайпу і переобрання. Ми взагалі собі такі оцінки, ну, маємо право допускати? Ну, не то, що маємо, ну, повинні ли ми допускати такі оцінки? Слушай, ну, це Милованов. Ну, це ж чувак учить, як би, людей, він вхож в офіс, він представляє офіс. Тому, і він асоціюється з власністю. Асоціюється. Це відний представник Вінницької школи економіки, як я її називаю. Так, так, так. І він потім їздить преподавати кудись там в Пітсбург, по-моєму, в Штати. В Пітсбургі преподаю, так. Да. Професор там, почетний, як би. Ну, це оскорблення. Ну смотри, это же вопрос, это к нему нужно вопрос задавать. Да, да, не, ну это, это просто уровень спикера, и уровень это офиса. Уровень тех людей, вот, которые формируют, по сути, влияют на экономическую политику в данном случае. Примитив. Да, вот он очень примитив. Просто это примитив. Вот. И, ну, и соответственно, ну, это же как бы вот для офиса вот этот момент, он в определенном момент, ну, момент истины, да, почему? Потому что можно тут закрываться от каких-то там как бы наших уколов там со стороны общества, можно там на что-то закрывать глаза, можно радоваться, что там Ахметов вчера вырубил свой медиахолдинг, который уже давно никто не смотрел, как бы это и перенес Польшу. Да, и перенес Польшу там, или куда-то еще, но... Когда на таком уровне начинают как бы возникать сигналы, и мы понимаем, что в контексте очень ожесточенной борьбы этих сигналов будет больше, потому что американцы очень жесткие, коммуникация американцев очень жесткая, как бы, да, они не церемонятся. Тем более, что Украина уже и для республиканцев, и для демократов, начиная с 2016 года, ну, это как бы такая, ну, очень токсичная история. Все, кто с ней связывается, постоянно обогревают. То Трамп, то Байден, то Буризма, то там еще какие-то вспоминаются делишки, там все, что хочешь. Байден, Трамп тормозил помощь, то его же обвиняли в работе на Кремль в данном случае. И тоже расследование было большое. И кто-то из его постоянного окружения садился в тюрьму. Да, да. Вот, поэтому тут нужен другой уровень коммуникации, принять это, что более сложный уровень игры, а Украина в глобальной игре, в сложнейшей, он требует более сложных уровней коммуникации, другой вид коммуникации, более тонких, потому что, с одной стороны, вот жесткость Зеленского, как бы вот эти жесткие разговоры в духе, как бы Мельник с Германией говорил, посол, которого сейчас забрали назад, там, да, он будет замминистра вроде бы, вот, и то, что те нарративы, которые Зеленский проталкивал, с одной стороны, это действительно хорошо работало, потому что общество на Западе, как бы там и в Европе, и в Штатах, они тоже закостенели там в каких-то своих взглядах, особенно элиты, как бы, да, и нужно было бить молотком для того, чтобы проломить. Но с другой стороны, когда вступают в действие вот такие вот очень сложные игры, ну, ты не можешь там выиграть, если ты не понимаешь всю подоплеку. Кто с кем, кто как, кто зачем, кто как будет противодействовать. Тебя просто пойми это выбросит. Ну, есть такое понятие, когда страшно, нужно заходить в страх. Угу. И вот как раз вот мы все понимаем, да? Мы не во власти, но мы все понимаем. Люди, которые во власти, ну, они как бы пришли, ну, не совсем с той среды, да, вот, и для них это, вот то, о чем мы говорим, им непонятно, и в большей степени ими руководит страх, вот страх выглядеть просто, как бы, вот, не политиком, да, лучше умно промолчать, чем сказать глупость, да, вот где-то вот на таком уровне, и это беда. Это беда, почему? Потому что она еще переплетается очень жирно с желанием заработать, подлохматиться, находясь у власти. Вот эти все вещи. И вот эта катастрофа, это вот та катапульта, которая работает не вверх, а вниз. Вот мы летим вниз. И, к сожалению, без внешнего вмешательства мы, как люди, простые, мы не можем повлиять на эти вопросы. Ну, чего только, вот лично я, чего я только не делал. Я очень радикальный человек был. Сейчас возраст там уже не такой, да? Там, ну, шахту захватывал, извини меня. Ну, да, там до поножовщины дошло. И позвонил Ахметов губернатору, Пристюк был. Он меня вызвал в 5 часов утра. Говорит, слушай, Ринат Леонидович звонил. Говорит, кто там такой Ильченко, блин?
Ты что, не можешь в области порядок навести? А я перед этим, когда встречался с Пресняком, я ему пообещал сломать руку вот, в кабинете. И он как-то говорит, и как-то так. Вдруг ломать начнешь. Вот. И, ну, пожалуйста, ну, вот, то есть мы так как бы тогда победили, да? Но даже вот такие вещи творя, и не только же я такой, да, там, тот же Саша, которого там пристрелили, да, и так далее. То есть, и ничего не происходит. И, наверное, не произойдет, потому что два Майдана, два разочарования, да, война, казалось бы, две недели, народ, братья, прям, вот кто не выехал с Киева, да, я помню, приехал там с этих боев местных, вот. И иду по улице, прям люди, а у вас хлеб есть? Меня не знают, мне, может, есть хлеб, мне прямо аж до слез, да, вот распирает это. Ну, кажется, ну вот оно случилось, вот сейчас мы стали другими, да. Ну да, кровь льем, но зато мы другие. Да нифига мы не другие. То есть все поворачивает, опять третье разочарование идет, да. То есть... И я прихожу... И оно может быть очень опасно. Очень опасно, потому что настроение на фронте, вот, вот я по себе знаю, да, вот как, ну, когда ты понимаешь, что ты не зря здесь, да, ты понимаешь, что ты что-то меняешь здесь, да, ты согласен с тем, что ты, может быть, завтра умрешь. Но когда ты понимаешь, что ты умрешь завтра за этих паразитов, которые будут и послезавтра жировать, будут ездить на своих майбахах по людям, на тротуарах, да, ну, тогда задаешь вопрос, а что я здесь делаю? Ну, а если это, как бы, трансформировать на предпринимателей, а что я здесь работаю? Вот ко мне, ну, я сам из бизнеса, я знаю столько людей, вот просто, ну, шикарные, да, проекты, шикарные возможности, новейшие технологии, они уезжают. И вы их знаете, да, десятки, да, таких людей. Да. Потому что вопрос, а что я здесь делаю? Зачем я трачу время на этих идиотов? И в этом контексте для меня письмо Спарс – это старт. Это какой-то маячок, что, ну, может быть, и внешняя среда как-то поможет нам поменять эти элиты, ну, вот на таких, как вы, допустим. Ну, не допустим, а на таких, как вы. То есть я бы еще раз бы на войну за это сходил бы, честно. Вот. Вот я наивно так вот это все рассуждаю и жду, вот, а может быть, да, а может быть, нам дадут возможность, шанс какой-то, ну, как, в какой-то момент проведут нас за руку, да, потому что у самих у нас, ну, не получается.